Храми Київського району готуються до Великодня. Перед святом працівники рятувальної служби перевірили пожежну безпеку в Свято-Іверському чоловічому монастирі. Порушень знайшли небагато, але досить значних. У монастирі відсутня система пожежної сигналізації, не вистачає вогнегасників. Крім того, в монастирі багато дерев'яних конструкцій, які не оброблені спеціальною вогнезахисною речовиною. До Великодня вийде лише поповнити храми вогнегасниками. Більш значні порушення планують усувати вже після свят. В данное время здесь нарушения это какие основные? Это отсутствие систем пожарной сигнализации, то есть систем противопожарного защиты. Огнетушители в недостаточном количестве. Отсутствует огнезащитная обработка деревянной конструкции чердачных помещений. Уже ведется большая работа, только что, в принципе, я только что общался с представителем храма, то есть у них уже есть сметы, скорректированные с их руководством, то есть уже работа идет полным ходом. В первой степени, после тех проверок, которые были предварительными, мы сразу же обратились по рекомендации к тем организациям, которые занимаются этими вопросами, установлением этих всех. Они произвели расчеты. Только вчера я получил сметы в пределах 140 тысяч гривен. Первоначальные работы по устранению самых необходимых объектов, где свечной цех и деревянные конструкции. Ну и дальше уже по мере выполнения этих работ будем продвигаться к конечному результату, чтобы обеспечить полную безопасность в полной необходимой мере. Перевірка пожежної безпеки відбувалася за зачиненими дверима. В монастирі пояснюють, що в цей час проводилися релігійні заходи.